Парни, на, я не понимаю, что происходит. Мы вышли из рецессии, что ли? У нас все хорошо. Я прям в шоке. Я, честно, в шоке нахожусь от этого. То есть, или мы живем в таком новом мире, в котором делать бабки уже как-то и не модно, да? То есть, типа, ну, как стартапы, да? То есть, ты вот не космический стартап, если ты там какой-то P&L сделал положительный, да? И, типа, вот, ну, блин, Tesla сделала деньги один раз случайно, да? Я не знаю, то есть, типа, так нормально, что ли? И вся экономика так живет, наверное, да? То есть, денег нет, да, но мы как бы вот, ну, их же ни у кого нет, и теперь мы считаем, что так нормально. Это новая норма такая, да? То есть, возможно, у нас будут какие-нибудь китайцы там работать в Китае своем, а мы тут будем идеи в Калифорнии делать, да? И эти идеи, это не про деньги, да, то есть мы будем там... Я не понимаю, да? То есть у тебя маленький бизнес какой-то, ты там, не знаю, цветы продаешь, да? Ты без P&L не проживешь. Вот ты там делаешь какие-то деньги, у тебя по фундаменталу, у тебя там все хорошо, да? И ты в жопе. Вот ты реально в жопе, да? А если у тебя там, блин, ракета на Марс должна лететь, как она не полетит на Марс, блин, что там делать на Марсе? Да? То есть вообще глобально, если подумать об этом, да? Вот, сука, что происходит? Да? То есть... Какие-то компании, которые что-то делают такое, ну, что нужно для жизни, они где-то в жопе, да? А кто у нас там на вершине пирамиды? Это, блин... Ну, ладно, мы оставим всякие там Alphabet, Facebook, ладно, они там что-то делают. Но вот с точки зрения, там, например, инженерии, это же такое лютая ересь происходит. Это алхимики захватили мир вообще. Алхимики захватили мир. У нас компании, которые... Реально строят ракетоносители, они чувствуют себя намного хуже, чем, блин, сука, какие-то товарищи, которые хотят на Марс лететь, да? SpaceX строит там супертяжелую ракету. Ну окей, да, то есть, ну, нужна супертяжелая ракета, да? Ну, сука, она же не настолько нужна, сильнее, чем вообще вся остальная космонавтика, которая, по большому счету, в жопе. Просто в жопе. Тесла делает электромобиль. Нам нужны электромобили? Нам нужны электромобили, говно вопрос, да, это хорошо. Не знаю почему, но это пиздато, да, это что-то новое. Ну, сука, они же нам не настолько нужны, что сейчас Тесла стоит как Форд, Крайслер и Фиат. Сука, Форд, Крайслер и Фиат. Вместе взятые. Блядь, что делать-то? Или завтра у нас все закончится, да, и вот там вот на этой неделе у нас будет Q1, да, или, да, мы запаблишим наши результаты победоносной первой четверти, и все вернется туда, где должно быть, по большому счету, да, потому что все в жопе, да, то есть вот эта вот идея, что можно всех как жирафа в клетку засадить и забыть про тот факт, что вообще в экономике нужно, чтобы там какие-то чуваки ходили друг к другу, там деньги носили, какими-то сервисами обменивались, да, то есть, типа, мы забыли про это, нахуй. Мы летим на Марс и строим электромобили. Заебись. Бля, парни, я не понимаю, что происходит. Что происходит? Что происходит? Сука. Убер по 30. Один. Да? Кто ездит на Убере? Где Уберы? Где все? Убер и так денег не делал. Вообще никогда. Вот вообще, как компания, никогда. Сука, пиздец. Да? Окей, есть Uber Eats, доставка еды. Но Deliveroo банкротится. А если Deliveroo банкротится, то я сомневаюсь, что Uber Eats там сейчас поднимает, сука, миллионы, миллиардов на доставке пиццы домой. Где эту пиццу все делают? Все закрыто, блин. Доставлять нечего. Найти кафе открытое, это вообще пиздос. Сука, они на улице вообще были, Uber по 31. Откуда? Что, сука, происходит? Самолеты не летают. Сейчас тема такая, типа, Германия говорит, а мы до июля вообще, типа, путешествий не будет. И чё? Откуда? Почём сейчас S&P? 2500? 2600? 2900?
Откуда? Откуда? Кто? Кто работает? Пиздец. Мы можем только бухать. Потому что если завтра все пойдет, блин, туда, я не удивлюсь. Я вообще не удивлюсь. Потому что я удивлен, что вот мы сейчас практически пришли в 20 февраля. Вот нам еще 15% таких вот победоносных, блин, трейдинг дней, и мы в 20 февраля опять. Да ничего не произошло. Только нет экономики, на улице никто не ходит, ничего не работает. А валюация у нас 20 февраля. И Уоррен Баффет, короче, взял, слил у нас все эти, блин, airline stock, да? Чем занимается Уоррен Баффет? Любимым делом, блин, всех корпораций. Stock buyback. Вот, блин, заебись. И наше замечательное государство чем занимается? Печатанием бабла, чтобы на это бабло Уоррен Баффет покупал собственный сток. Заебись! Сука, я что-то не понимаю вообще. Какой смысл вообще в школе людей финансам учить, когда такая хуета происходит? Самые дорогие компании, ну ладно, нихуя не делают. Окей, у нас сервисная экономика. Я готов это как-то понять. Но они вообще денег не зарабатывают. Это наши самые, блин, ценные компании, сука, на свете. Но если честно так вот сказать, я не очень понимаю сервисную экономику. Я понимаю ценность сервисов, и я понимаю то, что происходит революция сервисная. Но где-то под этими сервисами должно что-то находиться. Это как под, не знаю, там... сервисом Google карты находится совершенно бесплатно предоставляемая, построенная на деньги налогоплательщика, система GPS, GLONASS. И так далее. Как так? Сука, как так вообще? Сервисная экономика, которая ничего не производит, и ничего не зарабатывает. Ну, не знаю, мне кажется, 40% сервисных компаний, типа Uber, ничего не зарабатывают. А в экономике все хорошо. Как так? На работу никто не ходит. Зарплату всем платят. В экономике все хорошо. Хотят выпустить коронавирусные банды. Сука, коронавирусные банды. Как на войну, что ли, сходили, да, эти, блин? Ну, на войну всегда ходили кого-то отыметь, а оттуда что-то притащить. Хотя бы баб красивых. Что, кстати, в Англии было бы очень, блин, недурственно. Вспомнить, блядь, свою... заебатую историю, сесть, сука, на корабль с большими парусами и притащить в эту сраную страну красивых баб. Я понимаю, под это можно выпустить банды. А выпускать банды за то, что тут все дома посидели? Это лютый пиздец. Лютый пиздец какой-то. Вообще. Сука, где апсайд вообще от этого всего? Где апсайд этого всего? То, что умерло 30 тысяч человек, а, не знаю, не 300, в Англии население 7 миллионов. 70, сука, не 7. Не 7, а 70. Я понимаю, если бы было 7, я не знаю, это Швеция какая-нибудь, да? Но в Англии, сука, 70 миллионов человек, и тут такая хуетень творится из этого, как будто там бубонная чума. Косит просто народ так, что там, блин... мертвые с косами стоят. Но это уже нет. А банды мы выпускаем. То есть, что у нас завтра будет? Какая-нибудь, я не знаю, какая-то хуета там. Не знаю, какой-нибудь политик придумает какую-нибудь еще причину, по которой все должны дома сидеть, да? Типа, я не знаю, астролог ему сказал, что на улицу нельзя.
Ну, сейчас мы уже потренировались, можно всех загнать домой, сказать, астролог сказал, на улице нельзя. Всем молчать, сидеть дома, правильно? И под это бандов. Денег напечатать и бандов выпустить. Замечательно. И налогов поднять. Заебись. Пиздец какой-то, товарищи. Пиздец.